Новодвинская теплица прочностью своей гордится. Сказочный модельный ряд, австрийский поликарбонат. Архангельск у стадиона Труд, Новодвинск, магазин Меркурий. Здравствуйте, это прогноз погоды с Юнисом на телеканале ПС. Дни пролетают за днями, и с нами весна играет. То заметает снегами, то ручьями на солнце тает. И перейдем к разговорам о погоде, например, в Архангельской области на 3 мая, суббота. Начнем, ну, к примеру, с Котласа. Там сегодня пасмурно, небольшой дождь и температура воздуха плюс 6. Теперь Плесецк плюс 4, облачно и небольшой дождь. В Вельске тоже облачный, плюс 7 на термометре, без осадков. И о погоде в Архангельске. Утром плюс 4. Малооблачно, днем небольшой дождь, температура воздуха плюс 5. Вечером выпадет снег и 0 градусов на термометре. И главное, сочиняйте мечты. Есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Сочиняй мечты, есть миллионы шансов, что скоро будет все сбываться. Увидимся завтра на телеканале ПС.